Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор библейской церкви в Оксфорде. Мы продолжаем углубленное изучение крещения во Святой Дух. В прошлый раз мы увидели, что на самом деле произошло в день Пятидесятницы. А сегодня мы пройдемся по деяниям апостолов и увидим, как одно и то же действие происходило снова и снова. Напоминаю, что мы говорили о втором переживании Святого Духа, то есть благословение или обещание. Духа состоит из двух частей. Дух внутри нас и Дух на нас. Дух в нас для нашей личной жизни с Богом и личной святости. А Дух на нас — дает нам силу, чтобы быть свидетелями и рассказывать о Боге другим людям. Мы видели это и в жизни Иисуса. Он родился с Духом Божиим внутри, и благодаря этому он прожил идеально святую жизнь. Но до 30 лет он не совершил ни одного чуда. Он не имел божественной силы. А когда он крестился в воде, он был крещен и во Святой Дух. Тогда Дух сошел на него, наделив его силы для служения. Следовательно, Дух на нас дает нам силу для служения. Затем мы видим ту же схему в жизни первых христиан. После своего воскресения Иисус явился им. Он дунул на них и сказал, «Примите Святого Духа». Тогда они приняли Духа внутрь, то есть родились свыше. И каждый, рожденный свыше верующий, имеет Духа Божьего внутри. Но это было еще не все. Затем следующие 40 дней Иисус начал готовить их к исхождению Духа на них, которое должно было произойти через 50 дней на Пятидесятницу. И в первой главе Деяний мы читаем. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. И в восьмом стихе он объясняет, что все это означает. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». То есть крещение во Святой Дух дает силу, и у этой силы есть предназначение. И как мы увидели в прошлый раз, они получили эту силу на Пятидесятницу. Это описано во второй главе Деяний. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Так Дух сошел на них, и он был в виде огня. А в следующем стихе объясняется, почему Дух сошел в виде огня. Как мы говорили в прошлый раз, это сравнение человека с масляной лампой, источником огня, вернее, света. В то время были масляные лампы. Они наполнялись маслом, в которое кунался фитиль, выходящий наружу из носика лампы. Когда его поджигали, то появлялся свет и огонь. Это символ того, что мы тоже должны быть светом. И когда мы свидетельствуем, то светим для Господа. Когда мы провозглашаем Слово Божие, пророчествуем или просто говорим в силе Духа, в духовной сфере мы горим и светимся, особенно когда мы говорим Слово Божие. Над теми людьми зажегся огонь, потому что они произносили слова из Духа. Об этом сказано в четвертом стихе. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Итак, Иисус подготовил их к тому, что они должны будут отправиться на Его миссию. И когда они повиновались и подчинились Ему ради выполнения этой миссии, он смог наполнить их Святым Духом. Они уже имели Духа внутри. Они были наполнены и позволили Духу Святому управлять их языками. Так они начали говорить на иных языках, как Дух давал им говорить. То есть они подчинили свой язык Святому Духу. Так они облеклись силой, и Дух Божий сошел на них. Поскольку они говорили слова духа, масло духа было на них, они начали говорить, и это подожгло то масло, и они загорелись и засветились. Бог будто бы говорил, вы мои лампы, и теперь вы готовы нести свет Евангелия всему миру. Так они и сделали, так они перевернули мир с головы на ноги. Ту же самую схему мы видим на протяжении всей книги Деяний апостолов. Хочу заметить, что это не какая-то искусственная схема. Она полностью соответствует природе нашей веры, а именно любовным отношениям. По своей сути, жизнь христианина должна быть любовными отношениями с Богом. Бог... Есть любовь, и он источник всей любви. Без него мы не способны любить. Мы любим Его, потому что Он первым полюбил нас. В послании к римлянам об этом говорится, это любовь от Бога. Он излил свою любовь в наши сердца. А еще это может означать, что так мы получили любовь к Богу. Посмотрите, 5 глава, 5 стих. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть мы получили Его любовь. А сейчас мы хотим любить Его в ответ. И все это происходит в нас благодаря Святому Духу, который действует у нас. Но важно не только любить Бога силой своей воли, но еще и быть влюбленным в Него, прилагая к этому еще и эмоции. Именно это мы видим в псалмах. Это слова людей, влюбленных в Бога. Бог повелевает нам, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Это посвящение Ему нашей воле и всею душою твоею, нашими эмоциями, и всем разумением твоим, нашими мыслями и угождая Ему нашим послушанием. Сия есть первая и наибольшая заповедь, Бог есть любовь, а Дух Святой создает эту любовь в нашей душе. Слава Богу! Так Дух Божий действует внутри нас. Когда мы рождаемся свыше, Он создает в нашей душе любовь, которая должна наполнить наше сердце, наши эмоции и наш разум. Принимая Христа, мы отвечаем на Евангелие. Евангелие — это история о Его любви к нам, и мы реагируем на эту любовь, отдавая себя Ему. Поэтому смысл христианства в любви к Богу, а не в соблюдении каких-то правил. Все, что мы делаем, ходим в церковь, правильно живем, должно быть выражением нашей любви к Богу. А когда мы грешим, то это показывает, что нам недостает любви к Богу, потому что мы ценим другие вещи больше, чем Его. Вот что означают слова Иоанна в его первом послании. Насколько вы помните, это вторая глава, 5 и 6 стихи. Мы призваны любить Его больше, любить Бога больше всего. Такая любовь должна управлять нашей жизнью. Не любите мира ни того, что в мире. Больше Бога. Кто любит мир, в том нет любви отчей. То есть вы не любите Бога. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Это значит посвятить всего себя Богу. Именно так Библия видит святость. Эта любовь обновляется каждый день, когда мы снова и снова посвящаем себя Ему, через нашу хвалу и поклонение. А когда мы так живем, то его дух наполняет нас его любовью, его миром и его радостью. Из этих любовных отношений с Богом вытекает и наше желание помочь Ему исполнить Его миссию на земле, быть рядом с Ним в Его работе, быть Его партнерами и сотрудниками. Представьте, как в самом начале были влюблены Адам и Ева. Адам получил от Бога работу, и одним из проявлений любви Евы к Адаму была бы помощь ему в этой работе. Также и мы с вами приняли любовь к Христа и нашей следующей реакцией должно быть желание помогать ему, работать с ним рука об руку в его миссии на Земле. Так мы плавно подошли к крещению Святым Духом. Оно означает, Господь, я готов нести Твою миссию, потому что я люблю Тебя. И я хочу, чтобы Твое имя было прославлено на Земле. Используй меня для этого и дай мне для этого свою силу. В начале нашего христианства мы можем не осознавать всю важность этого. Нужно время, чтобы заложить основания наших любовных отношений с Богом. Только потом Бог откроет нам фазу номер два — призвание трудиться вместе с Ним, быть тружеником Его Евангелия. Пока это основание любовных отношений с Богом не заложено, наш труд для Него может стать идолом. Мы можем заменить любовь к Нему служением, и тогда мы будем служить по плоти, а не по духу. Но когда любовь к Господу у нас на первом месте, Он может привести нас в служение, и тогда оно уже не сможет стать для нас важнее Него. Он должен оставаться нашей первой любовью. Затем, когда мы будем готовы, Он откроет нам свою миссию и поможет нам посвятить себя Ему, чтобы исполнять свою роль. В его миссии на Земле, как одно из проявлений нашей любви к Нему, Бог любит нас и желает, чтобы мы полностью реализовали свой потенциал и использовали все дары, которые Он нам дал. А когда мы посвящаем и подчиняем себя Ему, чтобы исполнить Его миссию, Он помазывает нас Своим Духом. Его рука прикасается к нам и наделяет нас силой для выполнения великого поручения. Затем Он высвобождает через нас дары Духа. Великое поручение подразумевает свидетельствовать неверующим, обучать верующих а также молиться за тех и других. Все это совершается через наши слова. Через наши слова мы высвобождаем Божью силу. В послании к римлянам 1 главе 9 стихе сказано, «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, служу через дух, а не через душу, в благовествовании Сына Его, постоянно говоря о Нем» что непрестанно воспоминаю о вас в моих молитвах. Итак, мы служим Богу, подчиняясь Его силе, а также молясь и свидетельствуя. Только тогда Бог может течь через нас. Об этом же сказано в послании к римлянам 7 главе. Мы служим Богу в обновлении духа. Если вы служите из любви к Богу, то вы знаете, что такое постоянное обновление духа. Но хочу заметить, что подобная двойственность замечена во многих вещах. Нам нужно принять любовь отца и войти в любовные отношения с Ним. А уже из этих любовных отношений мы приходим к работе на Бога, к исполнению Его миссии на земле, для которой нам нужна Его сверхъестественная сила. Давайте рассмотрим деяния святых апостолов. Мы уже видели, что было на Пятидесятницу, а сейчас мы увидим, что было с Самаринами, в первой главе, восьмом стихе сказано, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Вначале был Иерусалим, а потом и Самария. Самаре проповедовал Филипп. Давайте почитаем об этом. Это восьмая глава, восьмой стих. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что Самарине приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна. Только были они крещены во имя Господа Иисуса. Помните сказано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. То есть они явно были спасены и рождены свыше. Но почему же к ним послали Петра и Иоанна? 15 стих, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Они имели Духа внутри, но Дух Божий еще не сошел на них, как на других учеников на Пятидесятницу. То есть их опыт был неполным. Они были спасены, рождены свыше, но еще не были крещены во Святой Дух. А то, что мы говорим о Духе на них, а не внутри, очевидно из следующего стиха ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса, то есть они приняли Христа и получили Духа Божьего. В послании к римлянам сказано, «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То есть, самарине имели Духа Божьего внутри, но он еще не сошел на них – это еще раз доказывает двухэтапность получения Святого Духа. Кто-то скажет, это особый случай, потому что в Самарии все это проводилось самими апостолами. Но дело совсем не в этом. Тут хорошо видно, что они приняли Духа в два этапа. Если вы заявляете, что все происходит сразу же во время рождения свыше, то очевидно, что это неправда. Потому что с ними это было иначе. Что бы вы ни говорили, мы не всегда получаем Духа Божьего внутрь и на нас одновременно. Обычно это происходит чуть позже, и это два разных переживания. Итак, они были спасены, рождены свыше и даже крещены в воде. Филипп не крестил бы их, если бы не был уверен, что они рождены свыше, но они еще не получили Духа Божьего на них. Это доказывает, что крещение во Святой Дух это отдельный опыт, который идет после спасения. То есть принятие Духа состоит из двух этапов. Внутрь и на нас. Давайте посмотрим 17 стих. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Дух Божий сошел на них. Произошло нечто зрелищное. Потому что мы видим реакцию Симона, который когда-то был магом и оккультистом. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». То есть это было что-то зрелищное и очевидное. Когда Дух Божий входит внутрь меня, это невидимое действие. Этому нет никаких внешних подтверждений. Но здесь что-то произошло. Симон увидел это и был так впечатлен, что тоже захотел получить этот дар, чтобы заработать на нем много денег. Очевидно, что схождение Духа Божьего на Самарин было чем-то зрелищным. А история церкви подтверждает, когда Дух Божий сошел на них, все они начали говорить иными языками. Это было так же сверхъестественно, как и на пятидесятницу. Доказательства этого мы также видим в ответе Петра Симона. Но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия». Выражение, переведенное как «всем», не передает смысл того, что было сказано на самом деле. Тут стоит слово «логос», которое означает «слово» или «высказывание». Иисус — это слово, то есть он — логос, лучше было бы перевести этот стих так. Нет тебе части и жребия в этом высказывании. Иными словами, когда Дух Святой сошел на них, все они начали говорить на иных языках. Это доказательство крещения во Святой Дух. Вы подчиняете свой язык Богу и говорите из Духа, а не из разума. Все те самарине заговорили на иных языках, и Симон тоже хотел получить способность давать людям иные языки. Он мог на этом заработать. Но Петр ответил, «Нет тебе части в этих высказываниях, тебе нужно покаяться». А теперь перейдем к апостолу Павлу. В 9 главе сказано о его спасении на дороге в Дамаск. «Внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и у слышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И мне нравится его ответ. В этот самый момент Павел был спасен. Он подчинился Иисусу как своему Господу. И мы сразу видим, как он в любви отвечает Богу, «Что повелишь мне делать?» Это говорит о его посвящении и готовности сразу перейти к крещению во Святой Дух. И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Затем Бог посылает к Павлу Ананию. Анания сперва жалуется, потому что Павел был известен как гонитель церкви, но Бог сказал, «Иди» ибо Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Как видите, Господь сразу же решил запустить Павла в служение, потому что его любовь к Богу была очевидна, он хотел служить Богу, несмотря на то, что сам же гнал его до этого. При этом Христос все равно любил его Побежденный любовью Христа, Павел был готов идти и проповедовать, «И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Она не пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Савол, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Теперь Павлу нужно было перейти ко второму этапу и наполниться Святым Духом, с говорением на иных языках. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встав крестился. То есть Павел был крещен в Святой Дух через три дня после своего спасения. Это были два разных переживания. И хотя об этом ничего не сказано, вполне логично, что после этого он заговорил на иных языках. Несколько лет спустя, в первом послании к Коринфянам, он напишет «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». То есть он говорил на иных языках. Если вы внимательно прочтете вторую главу Деяний, то поймете, что фраза «исполнились Святого Духа» подразумевает говорение на иных языках, как на Пятидесятницу. А теперь перейдем к 19 главе. Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа у веровав?» Очевидно, что эти люди были верующими, но, кажется, они не были крещены во Святой Дух. Они еще не получили силу свыше. Даже этот вопрос доказывает, что это переживание состоит из двух этапов. Если вы автоматически наполняетесь Духом во время спасения, то этот вопрос лишен смысла. Должно быть два этапа, иначе Павел не стал бы спрашивать, а вы приняли Святого Духа у веровав? Очевидно, что это не происходит автоматически. Вначале вы верите и принимаете Христа, а Дух Божий сходит на вас чуть позже. Павел понимал, что на них не было Духа Божьего, и поэтому решил крестить их во Святой Дух. Но их ответ доказывает, что они даже не были рождены свыше. Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой, это сразу же говорит о том, что они не были спасены, потому что тогда, сразу после спасения, вас крестили в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. А эти люди не слышали о Святом Духе, значит, они даже не были спасены. Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «Во Иоанново крещение». То есть они были учениками Иоанна Крестителя и еще не приняли Христа. Павел прояснил ситуацию и повел их дальше. Он сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. То есть он объясняет, что Иоанн был предтечей Христа, указывающим на Христа. И чтобы спастись, нужно поверить во Христа. По сути, Павел проповедовал им Евангелие. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Иными словами, они услышали Евангелие и спаслись. А потом за свое послушание они были крещены. Водное крещение не спасает вас, но это должная реакция. Если вы еще не были крещены в воде, то вы еще не отреагировали на Евангелие так, как следует. Итак, те люди получили спасение, но Дух Божий еще не сошел на них. Они были спасены, потом крещены в воде, но еще не были крещены во Святой Дух. И шестой стих доказывает нам это. «И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». То есть они были спасены всего за несколько минут. Обратите внимание, что крещение во Святой Дух — это отдельное переживание. А доказательством крещения во Святой Дух было говорение на иных языках. Это простейшая форма пророчества, потому что пророчествовать значит говорить под вдохновением Бога. Дух Божий сходит на ваш язык, и теперь вы можете высвобождать силу через молитвы, слова свидетельства, потому что вы говорите под вдохновением Духа. Когда вы произносите слова под действием силы Святого Духа, над вами зажигается огонь Божий, и вы излучаете свет. Заметьте, что они еще и пророчествовали, то есть говорили на родном языке, но под вдохновением Святого Духа. Дух Божий был на них, а это означает, что они были уже готовы к тому, чтобы быть свидетелями Иисуса Христа. Теперь на них был пророческий дух. Они могли говорить и провозглашать. В Откровении 19 главе 10 стихе сказано ⁇ Свидетельство Иисусова ⁇ есть дух пророчества. То есть Дух Святой сходит на вас, чтобы вы могли говорить об Иисусе и рассказывать Евангелие. Так сила Божия течет через вас. Вам нужна эта сверхъестественная сила, чтобы нести Евангелие и быть эффективными для Христа. Итак, Дух на нас дает нам силу, чтобы молиться, пророчествовать и говорить от имени Христа. Наше служение проходит каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул, Оксфорд.